Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги. Мы сегодня мы играем в криминалочку на сироте на ролеплей Центральный округ. Моник здесь Кирилл Путбулови, не забывайте вводить моник по регистрации. Итак, чуваки, сегодня у нас будет новая серичка, продолжаем изучать разные интересные места на родине РП, в принципе. Итак, сегодня мы будем смотреть лотерейную, в принципе. Пишем GPS, важные места, и здесь у нас есть лотерейная. Я уже чекнул, она находится в Южном, недалеко от автошколы. Мне просто интересно посмотреть, что там находится, пацаны. С вас обязательно просто лайк. И подписывайтесь на канал. Осталось совсем немножко до 13 тысяч подписчиков. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал. Ну что ж, я думаю, поехали. Я взял сегодня нашу полицейскую Audi, в принципе. Да, вообще четенькая такая аудюшечка. Хотя до этого была другая Audi, помню, в модпаке. И она мне больше нравилась. Ну, хотя это тоже неплохая, в принципе. Да, я на ней езжу редко, но пока что продавать ее я не хочу. Поэтому мы направляемся в Южный. И сейчас посмотрим, что же это за лотерейная. Так, пацаны, я видел, конечно, многое, но такого я еще не видел, чтобы радар стоял на радаре. Это, блядь, жестко. Серьезно, зачем так делать? Я не понимаю. Мил Пупкин и Никита Пудов. Блядь, ну это же бред, зачем два радара стоять в одном месте? Это чисто получается два штрафа, я так понял, да? Ну, как по мне, это бред, что-то непонятное происходит, серьезно. Два радара поставили в одном месте. Даже три радара в одном месте поставили, ну это по мне бред. И плюс еще здесь радар. Ну, блин, не знаю, зачем везде эти радары пихают. Просто везде эти. Смотрите, еще здесь два радара. Еще здесь один радар. Ну что за хуйня, серьезно? Я, конечно, ну, все понимаю, но это как по мне уже перебор. Вот еще радар. Просто на один, на 100 метров, блядь, стоит только по 5 радаров. Ну зачем так делать, я серьезно не понимаю. Ну что ж, я уже, в принципе, приехал сюда. Давайте зайдем в эту лотерейную. Находится она в Южном, вот автошкола, и здесь находится эта лотерейная, если что. Так, давайте посмотрим, что здесь вообще и как. Так, что-то не прогружается у нас интерьер. А, вот, прогрузился наконец-то. Так, лотерейная, покупка билета и информация. Так, победитель прошлого розыгрыша Кирилл Жевников, Иляко Порсин, Ярослав Беснов, Ростислав Зрибин, Сергей Адвеев. Ну, такое себе. Я не знаю, сколько здесь можно, кстати, выиграть, но давайте просмотрим. Так, здесь мы не можем пройти. А запрыгнуть мы можем туда или нет? Да, запрыгнуть мы можем сюда. Здесь мы не пройдем, соответственно, здесь мы тоже не пройдем. Окей. Так, здесь мы толком ничего не посмотрим. Ну, ладно, давайте посмотрим, что за лотерея. Сколько человек участвует в лотерее? Давайте посмотрим. Участвует 20 человек. Из них только 5 получат приз. Окей. Так. А какой призовой фонд? Общий призовой фонд 120 тысяч. Каждый из победителей получит по 20 тысяч. Или 1000 АЗ коинсов. Серьезно? Нормально. Так. А, купить билет. Так. Когда определяют победителя? Так. Победителя определяют каждые 5 часов. Для того, чтобы узнать победителя, вы проиграли, необходимо прийти к нам и узнать после розыгрыша, который состоит через 4 часа. Окей, так, окей, так, купить билет можно, купить VIP-билет можно, выбрать приз. Купить VIP-билет, это сколько можно? Для участия в VIP-лотерее необходимо иметь VIP-статус ниже 5-го, Титан. А, ну ладно, у меня, по-моему, Diamond VIP-ка, поэтому, да, я не смогу поучаствовать. Окей, вот твой билет, желаю стать победителем. Розыгрыш состоится через 4 часа. Ну, такое себе, на самом-то деле. Ну ладно, в принципе, я думаю, это все нормально. То, что, типа, вот розыгрыш. И довольно-таки, я так понял, типа, сколько билет стоит, оттуда и получается. Так, какой призовой фонд? О, уже 130 тысяч, видите, призовой фонд. Это из-за того, что я тоже билет купил, как бы. Я так понял, что участвуют 13 человек. То есть 130 тысяч сейчас. Не, ну это классно, серьезно, типа, халява такая. Может быть, пару победителей. И можно выиграть даже 1000 закоинцев. Это получается, можно купить 4 голд рулетки. Блин, довольно-таки неплохо, я думаю. Серьезно, реально прикольная тема, пацаны. Кто, кстати, выигрывал, напишите, стоит оно того или нет, ну, нужно участвовать здесь или не нужно. Ну что ж, я думаю, все, в принципе, понятно вам и мне, поэтому не будем задерживаться в этом месте. Не, ну серьезно, я вот узнаю о этих местах, серьезно, я играю уже больше года, и я реально не знал, что есть такие даже места. Это довольно-таки прикольно, я думаю, поэтому, пацаны, с вас обязательно лайк. Надеюсь, вам тоже так же интересно изучать эти места, как и мне, потому что мне на самом деле очень интересно, поэтому обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто не подписан, подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, и всем пока-пока. I was from the city, she was from the outside. I was from the north, she was from the south side. I looked in the mirror, I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night. Cause I was from the city, she was from the outside. I was from the north.